Горчица, кукуруза, сахарная свекла будут. Несмотря на холод и отставание из-за погодных условий, показатели сева зерновых и зернобобовых культур в Чувашии в этом году превысили уровень прошлого. Однако некоторые культуры еще необходимо довести до плановых установок. На планерке в Доме правительства обсудили ход посевной. Сегодня в 12 районах Чувашии уже выполнены плановые показатели сева. В хозяйствах республики посеяно 200 тысяч гектаров яровых, зерновых и зернобобовых культур. Картофель посажен на площади более 4000 гектаров, а сахарная свекла – более 860. Также отмечается, опережают темпы прошлого года работы по навешиванию хмеля на 15% больше, чем в 2021. Площадь составила 117 гектаров, однако глава Чувашии поставил задачу повысить эту цифру до 1000. По прогнозам синоптиков, в течение недели дневная температура будет плюс 20 с постепенным ее повышением, что позволит завершить яровой сев и выполнить прогнозные показатели. Татьяна Молокова, Анна Центовская, Арина Сусметова, Юрий Марков. Республика.